Всем привет, мои дорогие друзья, вы на канале Иван Шоу, микрофона, как всегда, я Иван, и всем добро пожаловать в третью часть хронологии разработки моей игры. В сегодняшнем видео я расскажу, как там идут дела с разработкой игры, также в конце видео будет небольшой обзор игры от одного ютубера. Кстати, я надеюсь, вы не забыли вступить в мою группу ВКонтакте, ведь именно там я публикую дополнительную информацию о разработке игры и еще разную интересную фигню. Все ссылки находятся, как всегда, в описании, а мы приступаем. Короче, небольшая предыстория. Возможно, вы могли задаться вопросом, почему вторая часть вышла с интервалом 4 дня, с момента выхода первой, а третья аж через 3 долбанные недели. Во-первых, хронометраж второй части идет чистыми, ну, минут 5. Плюс я очень сильно спешил, потому что первый ролик в первые дни собирал по 50-70 просмотров, а аудиторию нужно было как-то закрепить. Кстати, это обернулось мне небольшой чередой проблем в виде кучи багов, которые я, конечно же, успешно исправил. Но какой ценой? Кстати, чуть не забыл сказать, что у моего канала тут юбилейчик, уже как 5 лет радую вас своими видео, может кого-то печалю, но впрочем не важно. Так что жмяк не на лайк и оформи подписку. С самого начала решил еще короче оптимизировать игру, чуть улучшил код игры и почистил от неиспользуемых файлов. Поднастроил проект и включил функцию пиксельного округления, что в теории должно дать нам плюс в FPS и добавить очки маны. Также чуть присмотрелся в игру и понял, что небо слишком пустое, поэтому вернулся к стандартной графике и легким движением руки привнес звезды в игру. Вообще сначала хотел сделать разные созвездия и еще чтобы они случайно генерировались. Но потом я понял, что астрономы скорее всего не будут играть в эту игру и забил большой болт. А если вы астроном, поставьте печальный лайк. А вот так выглядела первая версия звездного неба. Как вы можете заметить, тут просто дофига звезд, поэтому я решил чуть подуменьшить их популяцию. Я сама неотвратимость. Кстати, малоизвестный факт, если между всеми звездами провести линии, то мы получим созвездие Нагео. Вы только посмотрите на эти анимации, которые делал самый крутой, лучший и прекрасный человек в мире, да и вообще я бы за Иван Шоу свечку поставил. Но иногда лучшие тоже делают ошибки, поэтому настало время переделать все анимации. Вытащив Волта Диснея из могилы, мы стали делать анимации, и спустя некий промежуток времени вышло вот это. Ему больно, но он подползает и говорит мне: «Пейн! Я ног не чувствую!» А я ему: «Боба, у тебя их нет!» Гляжу, а культи у него дергаются быстро-быстро, вот так! Как говорил великий китайский мудрец, все новое это хорошо забытое старое, поэтому возвращаем все как было, а если по-нормальному, то я даже уже подумывал о том, чтобы просто найти другого персонажа, уже готового, и ставить его в игру. Но собрав волю в кулак и переместив пару пикселей, я смог сделать вроде бы нормальные анимации, которые в игре используются на данный момент. Также была добавлена анимация падения и прыжка, а после корректировки событий все стало еще правильнее и лучше. А вот уже законченная версия со всеми анимациями. Разогнавшись в разработке проекта, я на скоростях решил создать пару звуков для игры, но в итоге добавил лишь один, который проигрывается, когда героя кусает летучая мышь. И как вы могли догадаться, я не музыкант, поэтому на itch.io я нашел страницу одного музыканта. И я тут задумался, и понял, что его треки хорошо подходят для моей игры. Ссылку на его страницу с треками я оставлю в описании.
Во время игры был замечен один серьезный баг с предметами, который, кто бы мог подумать, исправляется в одно долбанное нажатие. Но я каким-то образом умудрился убить дофига времени на его исправление. Но во время разработки игры я боялся сделать еще один бар. Не для просвещенных, это мой самый любимый и крупный проект. Но чтобы в него нормально играть и понимать происходящее, вы должны быть Кодзимой, поскольку в игре нет обучения и игрок всему учится сам на своих ошибках. Кстати, напишите в комментариях, смогли ли вы пройти бар. Именно поэтому я стал убивать свои нервные клетки на создание обучения. И чтобы вы понимали, мне пришлось сделать еще 3 острова и настроить их так, чтобы без багов и чтобы игроку не понадобилась помощь в понимании обучения. И спустя море слез я наконец смог сделать 3 карты и расписать все по полочкам. На первом острове игрок обучается ходить, прыгать, подбирать и кидать. На втором острове он учится использовать зелье двойного прыжка, используя базовое передвижение для закрепления. И на третьем острове обучается использовать Библию, повторяя элементы обучения прошлых островов. Еще я полностью доделал подбор предметов. Теперь игроку, чтобы подобрать хворост для костра, нужно прыгнуть на него. Затем донести его до костра и прыгнуть в огонь. Ну, вроде бы с первой ночи мы закончили, остается доделать другие. Поначалу я убил дофига времени на создание второго острова, добавляя шипы на этом острове. В планах было добавить вторую летучую мышь, которая скидывала бы на игрока бомбы, а первая догоняла бы его. Но потом понял, что шипы это клише, и где летучие мыши найдут справочник по изготовлению бомб? В океане. Короче, дичь, поэтому я просто скопировал первый остров, чуть переделал механики, добавил вторую летучую мышь, которая преисполнилась, ей не интересен игрок, пока он сам ее не тронет, и сделал ей передвижение, как у летучих мышей на главном экране. Но заметил, что мышь стала слишком часто чилиться возле костра, не давая игроку закидывать дровишки в костер, и для этого пришлось создавать античил-зоны для этой летучей подмыхи, и сейчас вроде бы все нормально работает. Ну что ж, теперь остается скинуть наш проект подопытным кроликам. И теперь очередь трактирщика оценивать сей шедевр, который на минуточку сделал все видео. То есть с монтажом. То есть видео в видео, за что я ему благодарен. Ссылка на его канал будет находиться в описании. Передаю ему слово. Всем привет, дорогие друзья, с вами Трактирщик, и сегодня я сделаю рецензию на данную игру, мини-обзор, потому что Иван Шоус мне выделил минуту, но мне кажется, я запишу на больше, чем минуту. В общем, игра «Три ночи», она мне понравилась, в первую очередь своей атмосферностью и рисовкой. Вот я знаю, что он не сам, конечно, это рисовал, но подобрал хорошо, то есть вот подходит под атмосферу. Поиграл всего минут 30, но уже, в принципе, игра понятна. Я дошел до второй ночи один раз. Игра сложная, но интересная. Ну, задумка интересная, я таких не встречал. Оптимизировано тоже хорошо, потому что я вот играл с компьютера и, ну, вообще не заметил лагов. Так что оптимизация хорошая, графика мне прям нравится сильно. Атмосферная. Вот прям, надо сказать, что музыка подобрана вообще отлично. То есть она очень подходит. И мне понравилось, что музыка не просто играет, да, вот, ну, подряд. А она имеет развитие. То есть когда ты уже подходишь к концу первой ночи, музыка начинает играть все громче и, ну, такая более сложная становится. Вот этот момент мне прям очень понравился, я прям, ну, почувствовал, что сейчас вот начнется вторая ночь. Вот, но вот этот момент очень интересный. Ну, предметы интересные достаточно. Вот единственное еще, я вроде как видел, что будет какой-то предмет, который будет убивать летучую мышь. Вот, его не хватает, конечно. Игра такая динамичная, но при этом как бы успокаивающая. Сложная, но успокаивающая. Ну, интересная задумка с картой, что вот отражение есть, тоже идея хорошая. Звезды рандомно, я увидел, что появляются. Также мне понравилось, что как бы мы, по сути, поддерживаем костер. И понравилась идея, что когда у нас жизни кончаются, костер и вообще в целом экран начинает тухнуть. Также хорошо сбалансированы предметы, такие как вот книга и зелье.
которая дает двойной прыжок. В плане они, то есть, не слишком долгие. Тоже хорошо, как бы не портит игру. Ну а так, и попытку мне где-то ушло 30, наверное, чтобы дойти до второй ночи. Интересная игра. Единственное, я бы еще хотел, например, добавить мелочей таких. Допустим, что вот когда человечек погибает в воде, хотелось бы, чтобы он в нее прям падал. Ну, то есть погружался в воду, потому что он как бы над ней получается. Вот этот момент, то есть, не очень выглядит. И еще бы, конечно, лучше было, если была отдельная анимация того, как он падает в воду. Хотелось бы исправить баг, что когда умираешь, твои жизни остаются как бы. То есть, летучая мышь убила, а жизни все равно уменьшаются. То есть, вот это надо исправить, чтобы жизни, ну, сразу убрались. Ну, еще и в целом, я надеюсь, добавится много различных препятствий, как бы. И было бы прикольно, если была какая-нибудь отсылка на что-нибудь мистическое, мифическое, чем-нибудь подобное. Чтобы где-нибудь в воде, например, проплыла какая-нибудь, я не знаю, рыба? Что-нибудь подобное такое. А в целом, мне все понравилось, то есть игра стоит внимания, я думаю. Так что я готов буду стать тестировщиком и новых версий. Ну, все, короче, круто. Большое спасибо трактирщику, а вы были на канале Иван Шоу. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всем удачи и всем пока.